26 апреля 2015 года прошли досрочные выборы главы Ленинского муниципального района. Подведение итогов работы избирательной кампании завершилось 22 мая в кинотеатре «Искра». В этот день заслуженные награды за большой вклад в работу по подготовке и проведению выборов главы Ленинского муниципального района получили представители участковых избирательных комиссий. Выборы главы прошли в строгом соответствии с требованиями законодательства. Нет ни одной жалобы ни в избирательную комиссию Московской области, ни в суды. Председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района Дмитрий Негорожин поблагодарил всех участников избирательного процесса за высокий результат слаженной работы на выборах главы муниципалитета. Ирек Раисович подводил итоги, такие не так торжественно, как бы совсем не торжественно. Всем досталось, вот, но про нас в день голосования у нас было бы гости из ЦИКа, избирательной комиссии Московской области. Ни одного замечания не поступило. Вы сработали просто великолепно. Молодцы. Спасибо вам за это огромное. По итогам голосования и суммирования протоколов участковых избирательных комиссий за Олега Хромова было отдано 65,39% голосов избирателей. Перед собравшимися выступил избранный глава Ленинского муниципального района Олег Хромов, который выразил глубокую благодарность всем за активное участие в проведении самых вежливых выборов. В первую очередь мне хотелось лично, как избранному главе Ленинского муниципального района, поблагодарить каждого участника этой избирательной кампании, в первую очередь нашу территориальную избирательную комиссию за слаженную работу, бескомпромиссную работу, участковые избирательные комиссии, представители которых сегодня здесь присутствуют, и сказать огромные слова благодарности вам за честные выборы. Олег Хромов вручил благодарственные письма председателям участковых избирательных комиссий и активным участникам избирательной кампании. Кавериной Татьяне Ивановне, председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 1302. После официальной части для всех собравшихся участники творческих коллективов Ленинского района подготовили праздничный концерт. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».